что-то ничего не помню, блин. Подожди, где я вообще? Как я здесь опять оказался? Почему я постоянно оказываюсь непонятно где? Высоточки рядом. Тут, по-моему, где-то квартира моя недалеко есть вроде. Да ну нафиг, пойду домой. Вообще обалденно. Я сюда что, через картину зашел? Или зеркало? Или что это такое? Нафига это здесь вообще стоит? Обалдели. Ну, зонтик. Зонтик всегда пригодится. Василий, ты меня опять куда-то запихал, что ли? Непонятно куда. Сейчас, блин, выпрыгну и пойду куда-нибудь отсюда. Вечно со своими приколюшками какими-то непонятными, блин. Когда ты это все строить только успеваешь, так и как мне здесь зайти, разбить, наверное. Оп, отлично. Зонт. Ну да, зонт не пригодится однозначно. Вдруг дождь пойдет, конечно же. Так, подожди, и куда мне? Куда дальше-то идти? Василич, ты опять тут со своими шуточками? А, вон оно что, Василич. Так. Да ты что, издеваешься, что ли? А если бы я зонт не взял? Я бы упал бы и разбился. Как мне надоели все-таки уже твои вот эти шуточки, прибауточки. Постоянно какие-то квесты мне придумываешь. А я потом ходи, тут все разгребай за тебя. Так, ну давай, давай, спускаемся. Так, и что у нас здесь? Что-то затопил тут все, что-то опять настроил здесь. Вот тортики есть, пожрать что-то можно. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, ладно. Ладно, мне нужен лом, наверное, чтобы пройти дальше. Блин, как надоел уже, там низей постоянно, не помню, отрублюсь где-то, и меня куда-то постоянно дают. И чё? Так, нужен синий ключ. Отлично, где мне найти синий ключик? Где-то спрятали. Нафига стрелка вверх? Типа... Подожди, кто-то стучался, что ли? Есть кто? Да нет, это я хожу. Подожди, ну давай-давай откроем, давай попытаемся, посмотрим, конечно же. Если стрелка-то мне наверх показывает. Давай, ящики подставили. Обалдеть теперь. И чё? О, вот и ломик, кстати, нашел. Блин, красавчик Василий, сардины мне тут жратва оставил, прям на недельный запас, на случай зомби-апокалипсиса, либо еще что-нибудь похожего. Блин, по крайней мере, не пропаду, хоть думает обо мне. Так, ну ладно, пойдем отсюда. Обалдеть. Я под водой летаю. Стрелочка, идти туда. Ладно, окей. Как будто у меня был другой выбор, куда идти. Так, давай-ка откроем, посмотрим. Да дощечка, уберись ты отсюда. Не видишь, двери мешаешь открыться. И зачем ты тут все заставил? Ну тут реально ты мне запасов, смотрю, оставил. Так нифигово. Говоришь, идти туда? Да что-то я не хочу туда идти. Что это вообще, блин? Мне кажется, я сейчас туда приду, меня там жертвоприношение отдадут кому-нибудь там, не знаю. Какому-нибудь богу языческому, блин. Перуну там еще кому-нибудь. Шарзама. Ну ладно, что, у меня выбора-то, в принципе, другого нету, куда идти. Ну давай туда прогуляюсь. Ты где такие коробки вообще достал? Что, такие продаются, что ли, где-то? Это что в них доставляет? Это даже не холодильник, я не знаю, блин. Здесь машины можно бы штук 5 запихать сразу. Деревья у тебя светятся. Чё вообще? Чё за хиня это здесь происходит? Чё-то недопонимаю. А это что такое? О, не-не-не-не-не, я туда точно не пойду. Сейчас я туда пойду, куда-нибудь лечу. Так разыскиваются. Чё, мне найти можно, может быть? Эркюль Пуаро всегда в деле. Лёха в деле, как говорится. Так, ну ладно, ну подожди. Синий ключ-то я так и не нашел. А он куда-то вел. Можно, говорит, либо в окно. А, вот он, за окном синий ключ. А здесь зеленый. Все, понял, отстал. Стрелочки бы не было, до меня фиг бы дошло пойти посмотреть. А так, вот он ключ, пожалуйста. Ну ладно, пойдем назад прогуляемся. Я сейчас думаю, мы так и будем туда-сюда, туда-сюда бегать. Эх, Васильич, молодец, постоянно, блин. Не, конечно, понимаю, раз ему заплатил за участие в реалити-квесте, ну не так же, в конце концов. Нафига мне постоянно, блин, вырубать, из кровати вытаскивать, тащить куда-то, непонятно куда. Да вы что, издеваетесь, что ли, или что? То есть ключ не подходит. Меня, походу, обманули где-то. Подожди, почему ты не подходишь-то? Ты же синий ключ от синего замка. Что за фигня, блин?
Мне кажется, это какая-то подманочка была, чтоб я типа взял такой и на всех парах назад побежал. А тут на, говорит, сюрприз, говорит, по-любому. Ладно, давай дальше поищем. Так, что-то, говорит, по поводу выше забраться. Кидать, говорит, можете подольше. Так, здесь что у нас? Выхода нет? Нигде ни выхода, ни входа. Не, ну синий ключ-то не подходит нифига. Это какой-то неправильный синий ключ. Это прям подманочка была. Я прям чухнул. Так, это что у нас за картина здесь непонятная такая? Давай наверх закинем. Нифига себе! Это... Ты чё, блин? Чё за летающий? Ты завязывай, блин! Ты сейчас всё разнесёшь! Ты как так летаешь, блин? Да, блин, в неё бес, походу, вселился! Надо валивать отсюда! Да не, вроде всё нормально тебе. Тихо, аккуратно, блин, я тебя боюсь! Так, надо, наверное, в рычажок попасть всё-таки. Давай-ка в рычажок попадем. Офигенно попал. На деньги попал, походу. Так, да что ты, ерунда какая-то произошла, непонятно. Здесь опять очутился. И замочек открылся. Этим ключиком, как ни странно, ключик-то синий, блин. Он должен был быть от синего. Ну да ладно. Пойдем дальше. По лестнице все выше, выше и выше. Так, еще у нас что в холодильнике есть? Нифига тут всяких ништяков-то сколько. Так, нафига мне пульт? Разобьем. Мне кажется, вот эта штука, она зачем-то нужна. Блин, не долетел чуть-чуть. Да и лестницы корявые все, что постоянно происходит-то. Блин, чё за дела? Чё, я не могу туда внутрь, что ли, залететь? Мне кажется, надо за рычаг дёрнуть. Ладно, давай справа глянем, что там происходит. Так, красный ключ нужен. Так, ну ладно, давай просто кинем что-нибудь, да и всё. Почти попал. Так, и что мне это даст? Ну ладно, давай перелетим. А, вот он и красный ключ у нас. Отличненько, отличненько. Пойдем дальше. Так, красный. Я надеюсь, красный теперь красный откроет. О, шикарно. Так, надо, наверное, эту штуку как-то открыть. Так, молоток есть, гаечный ключ есть. Так, ключики, ладно, выкинем, они нам не нужны. Офигеть. У вас что, банан здесь вместо выключателя, что ли, или что? Нифига себе, здоровенный банан, да я его вместе сжрать могу так вот. Давай возьмем вот эту фигню всякую, может пригодится. Нифига мне две кирки. Куда меня закрутило-то? Выпрыгни отсюда. Как я здесь сказался-то вообще? Так, это, по-моему, какая-то неправильная кирка. Нафига я с ней летаю куда-то? Так, ну ладно, мне надо взять вот тот вентиль, наверное. Или не надо. Мне кажется, я туда улечу, я потом оттуда точно не вылезу. Еще с этой фигней летаю, блин. Так, еще один ключ. Вентиль, ключ. Зонт. Так, а как вылазить-то? Нафига я здесь оказался? Алло, блин. Выпустите меня отсюда. И чё, и сюда спрыгнул? А чё, теперь отсюда не вылезти, что ли, или чё? Или что, пирамиды сейчас здесь хёпса строить будут? Походу, пирамиды строить придется. Нафиг я сейчас сюда спустился? Так, вот эту штуку взять. Я теперь нормально, главное, с ней себя ведет.
То есть, так, ладно, эту штуку я взял. Я так понимаю, мне теперь надо строить пирамиду в сторону верха. Чуть надо выкинуть. Вот эту штуку можно выкинуть, в принципе, пока что. Во, подожди. Ну, почти вылазит же, блин. Так, ладно, давай еще одну бочку. Блин, да не то ты берешь, да что ты берешь ты постоянно? Вообще нормально все было, блин. Застрял еще где-то непонятно где, блин. Так, иди. Опа-на, нифига себе. А что, так можно было, что ли? Нет, видимо, нельзя было. Вот берет что угодно, и только не то, что мне надо. Отойди ты отсюда. Я сейчас 5 лет отсюда вылазить буду такими темпами. Блин, ну идеально же все стояло. Мне надо было всего-то взять одну бочку и все. Нет же, я просто взял и здесь застрял где-то, блин. Где-то в самых низах общества. Да не колесо мне надо, блин. Во, вот так. Да ты что, издеваешься, что ли? Там... Да как ты это делаешь-то вообще? Как я на нем очутился? Я даже не ее подбирал. Да это бред какой-то. Сивы кобылы, блин. Да что ж такое-то, а? Вообще все разрушил, что можно было. Я так понимаю, мне вентиль нужен. Может, мне вообще сюда не надо было вниз спускаться. Надо было пойти куда-то в другое место, что-то сделать там. Нет, поперся же сюда, конечно же. Сейчас пирамидки вот эти вот хеопсы здесь настраивать, блин. Да стоять, блин. Стоять, кому говорю. Так, а что, может, смогу запрыгнуть? Так, давай сюда сейчас. Ну, допрыгни, пожалуйста. Так, давай колесо поставим. Да не могу я колесо поставить. Нафига я лом с собой таскаю? Вообще, уж он мне нафиг уже не нужен. Во! Так. Запрыгивай ты на колесо, на это, блин. Ты че, да вы че, издеваетесь, что ли, надо мной? Или че все? Давай лети вверх, конечно же. Так, вот это только возьми. Так, все, давай, давай на колесо прыгай. С колеса сюда. Да что ты не допрыгиваешь? Да что вы меня бесите-то все? Конечно, блин. Вот это возьми. А вот допрыгнем все-таки. То есть оно я не допрыгиваю. Так, надо вот сюда сразу поставить, чтобы стояло главное. А потом уже мучиться. Да мне кажется, фиг я туда что поставлю. Там ничего не держится даже. Так, а коробка, допустим. Да это все, это какой-то писец. Это вообще, это просто хаос. Нафига, нафига я сюда полез вообще? Я что-то не понимаю в этой жизни, видимо. Так, надо зажмуриться. Так, вот и отжмурились, но произошла какая-то ахинея, все куда-то повылетало отовсюду. Так, у меня есть немножко друг. Блин, да блин, не падай. Пожалуйста, не падай, не надо. Есть одна идейка, что возможно можно сделать. Но я не уверен, нужен ли был мне вообще гаечный ключ этот или нет, но все просто потерялось. Че опять с дверью? Все, ладно, открылось. Что-то куда-то делать. Так, давай попробуем сделать вот так. Так, все, я остановил. Непонятно что, правда, непонятно зачем, но я остановил, тем не менее. Так, а эта штука, тем не менее, не открылась. Сюда мне тоже вставить нечего. Вниз я падать не хочу. Я оттуда потом точно фиг вылезу. Так, а что я, куда мне тогда, блин? Все повылетало, все куда-то делось. И зачем я все это дело остановил?
Так, теперь мне вообще что-то совершенно непонятно, что от меня дальше требуется сделать. Я так понимаю, мне надо, наверное, вот все-таки вот эту штуку повертеть, или не надо? Ключик, ключик. Блин, ну там делать нечего снизу. Все просто взяло, куда-то разлетелось, улетело. Я вообще никак к этому не был причастен. А там что у нас находится? Не, мне кажется, туда мне идти точно не надо. Если туда пойду, я потом уже оттуда, мне кажется, не уйду. Так, а может что-нибудь где-нибудь в другом месте спрятано? Я не знаю, блин. Сюрприз какой-то внутри, смотри-ка. Мне поди сюрприз какой-нибудь при... Да куда это я? Не-не-не-не-не, я туда точно не пойду, это факт. Так, мне нужен ключ. Синий ключ. И где мне взять синий ключ? Я остановил всю эту байду. Здесь я выйти никуда не могу. Хотя похоже на дверь. Какие-то механизмы работали, я их зачем-то остановил. И что мне даст то, что я их остановил? Да, по-моему, нифига мне это не даст. Ты куда-то разлетел, и что-то произошло, блин. Как всегда все. Я вот даже логически до меня не допирает, что от меня требуется сделать. Так, а вот этот механизм у нас же тоже сломан. Вот-вот-вот опять происходит. Все само по себе. Во-во-во, опять все полетело. Я не знаю, может быть, у меня какие-то сверхспособности, конечно, есть. Ну, остановил я две штуки еще. Сомневаюсь, что снизу там ключики есть. Там вообще снизу нифига нету. Там смерть и разруха. И на этом, мне кажется, там все. Эта штука не открывается никак. Может, по трубам последить, куда идут? Чуть-чуть послежу, блин. Туда точно вниз улечу. Сюда, может, что вставить. Непонятно. Я что-то не понимаю, что требуется от меня. Василич, какие-то сложные квесты у тебя, я тебе скажу, однозначно. Че, блин, улетело все снизу, куда-то провалилось. Может быть, просто здесь где-то ключ лежит? В другом в каком-нибудь месте, нет? Не знаю, как это и что это, но что-то явно здесь идет не так. Так, 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 так. Не, ну нету снизу ключа, нету его там. Да вот эти штуки были большие. Ну даже вот, допустим, я бы взял. А на что ее одеть? Ее даже одеть-то некуда. Ключом замкнуть здесь, что ли? Отлично, я что, зонт просрал еще? Да, давай я еще и зонт просру. Ну че, шикарно все. Давай я просто вот на одном месте я застряну, блин. И не выйти, и не пройти. Да что началось-то опять? Да вы, блин, что, серьезно, издеваетесь, что ли? Оказывается, что под тем люком, мне же был еще один люк, сквозь который я в итоге пролетел. Да что ж такое-то, блин? Что ж я кому сделал-то? Брожу здесь по 8 часов, непонятно как. Так, хорошо, что я хоть лом с собой прихватил. Если бы я без лома бы здесь оказался, ну что бы я делал потом? Нифига себе. Там что-то работает. Давай откроем-ка, посмотрим. Что у нас тут за дверочка-то находится? Лифт, походу. А, вон он что. Вот он, это куда выход. Так ладно, окей. А карту мне где искать? Ключ мне где найти? Нет уже, нифига, блин. Ни ключа, ни карты. Попал я в эту комнатушку, а здесь нет ничего. Ключик! Надо либо синий ключ, либо карту тогда найти. А где искать? В шкафах посмотреть. У шкафа где припрятали все-таки. Да блин, да что я застрял-то? Все потрубал, поврубал, блин. Вообще какие-то непонятки здесь творятся, я смотрю. Так, здесь тоже ключа нету. Че, все выселяют, говорят? Так, дорога наверх куда-то. Надо сваливать. Только ключ надо бы еще найти, чтобы свалить куда-то. Так, здесь отключено, там отключено.
Так, подожди, может эта штука что-нибудь еще открыла? Там, например, вот этот рычажок как раз где находится, закрытый. Нет? Нет, нифига она его не открыла. Ой, блин. Так, ладно, главное не разбиваться. Там сверху вот записочка даже какая-то есть. Непонятненькая. Так я что-то вообще теперь ничего не понимаю. Где ключ мне взять, либо карту? Куда делась-то? Все, может, разлетелось куда-то по разным местам. А может, там снизу ключ лежал? Нет, это не тот ключ, это ключ, которым я кидался. А гаечный ключ и все остальное просто взяло и пропало, блин. Так, 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 так. И где искать? Где кого брать? Кого садить? Кого забирать? Не, ну по-любому, блин, где-то, блин, в шкафчике же должно находиться-то. Ну где-то в этой комнате, не зря же я сюда попал. Если я сюда попал, значит здесь что-то есть. Лом у меня был, чтобы выйти. Карточку теперь надо, чтобы карточку нужен ключ. А мне кажется, ключ он просто и потерялся. Ладно, сейчас зажмуримся. Итак, друзья, извиняюсь, что у меня все видео идет вот такими какими-то нарезками все-таки, потому что у меня некие проблемы. Я в итоге пробегал на этой карте порядка 3 часов, я так и не смог найти ни синий ключ, ни карту, и в итоге я нашел, где должна находиться карта, но у меня нету. И когда я начинаю уровень по новому, у меня начинается именно так. Я пробовал переустанавливать, что только не делал в этом редакторе. Я потратил 3 часа своего времени, я в итоге не смог ничего починить, поэтому сейчас я просто в режиме ГОСТ долечу до финала, до финальной двери. Так, ГОСТ работает у нас, отлично, давайте полетели вниз. Первоначально моя ошибка была в том, что я пытался найти все-таки синий ключик от этой двери. Ну, когда в редакторе я туда залетел, я понял, что мне не нужен синий ключик, в принципе, потому что здесь находится гигантская акула, и, в принципе, то есть нам здесь делать нечего. Я очень-очень долго летал по всему уровню, потому что периодически, когда я начинал по новой, у меня все вещи разлетались, и нужная мне вещь, в данном случае карточка, она постоянно пропадала. Ее, то есть... Я обыскал все, действительно все оббегал, но нету нигде карты, там уже все смирился, нашел ее все-таки через редактор. Ребят, карта все это время должна была находиться просто в этом месте, но ее нету, она куда-то улетела, она куда-то делась, так же как гаечные ключи и так далее. Поэтому давайте я зайду за дверь, за эту, и к финалу там, я не знаю, уже так потопаю, так сказать, своим ходом. Может быть, здесь тоже что-то поменялось у нас. То есть, я не знаю, может быть, здесь тоже что-то исчезло, поэтому как-то... Я закончу вот так сумбурно, извиняюсь, ребята, опять же повторюсь, но лучше я залью это. Я вообще планировал снять еще 2 ролика, но с учетом того, что я потратил очень большую кучу времени, поэтому я сниму именно 1. Так, я не понял, у меня что, раздвоение личности или что? Как я здесь оказался-то, блин? Что за дела-то вообще такие, блин? Такое чувство, что сейчас какой-то другой голос за меня разговаривал. Эй, блин, кто там говорил? Бесит такая фигня, блин. Так, все, я вышел из дома. Что-то я не понимаю, флешбэк какие-то. Василий, ты что разнылся-то здесь? Не надо плакать, нормально все будет. Реально, что плачешь-то? Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, ребят. Вот, извиняюсь, у меня сейчас просто будет какая-то нарезка непонятных видео. То есть вы посмотрите, такие, боже мой, зачем ты это вообще выложил? Ну, я подумал, что лучше я выложу это, по крайней мере, выложу, скажем так, хоть что-то, чем если я не буду выкладывать вообще совершенно ничего сегодня. Потому что мне эта вся ситуация очень сильно взбесила, действительно. Я тут сидел прям, я не знаю, мне хотелось бить по стенам, плакать уже от безысходности. Я уже думал, может быть, скачать какую-то новую карту, ее пройти. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели. Извиняюсь, что вот так вот именно некачественно, действительно некачественно это все сделано, снято. Но проблема все-таки исходит не от меня, а от создателя мода, от проблем с редактором. Вот эти проблемы, которые я не смог решить. Я что только не делал, действительно. То есть последние полчаса я потратил для того, чтобы по-нормальному начать уровень по новой, пробежать его, показать вам, как это все будет сделано. Но я не смог этого сделать, блин. Просто не смог, друзья. Извините, что так. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем удачи, всем пока и всем удачных выходных, друзья. Так, ну и что сидим? Кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лехи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так. И ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом.
Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.